Здравствуйте, дорогие зрители, любители компьютерных игр. Сразу скажу, что вначале был запланирован обзор Order 1886, но так как есть уже куча рёва по поводу отсутствия в этой игре самой игры, я не буду вливаться в толпу кричащих. Отмечу только, что когда консоль перегревается, Order выдает прикольные глюки. Первая игра этого выпуска расскажет нам о том, какая свистопляска может возникнуть вокруг поиска предков, к какой странной правде это может привести, особенно если это происходит в космосе. Итак, где-то на краешке какой-то галактики висела себе планета-пустыня Карак с цивилизацией вроде как людей, живущих в виде сообщества полузакрытых друг от друга кланов. Откопали они как-то некий технологический город и жутко удивились, что они, собственно, здесь гости. В придачу нашлась еще и карта, указывающая, что родина их где-то там вдалеке. В едином порыве вся цивилизация построила здоровенный корабль и ринулась вперед к приключениям. В основе коллекции лежат игры Homeworld и Homeworld 2 со современной графикой, работающие в большем разрешении и мелкими доработками по интерфейсу. Homeworld никогда не был простой игрой. Он показывал, насколько нелегкой будет профессия главнокомандующего космическим флотом. Ведь заставить построить себе дачу или приказать копать солдатам на бескрайних просторах не получится. А вот командовать флотом в шести измерениях, продумывать тактику и смотреть во все глаза придется, причем с самого начала игры. Но усилия по изучению будут щедро вознаграждены. Не игравшие в оригинальную часть эксперты, которые захотят сказать, мол, фи, ваш Homeworld покрылся нафталиновой пылью, останутся не у дел, потому что геймплей этих игр на фоне современной простоты в этом жанре смотрится очень насыщенно, а с ремастеренной графикой так и вообще замечательно. Задники, где происходят космические баталии, люди в то время растаскивали на обои для рабочего стола, чего уж говорить о происходящем лазерном шоу. Роящиеся истребители, маленькие пушечки у боевых звездолетов, выслеживающие цели, мощные подачи боевых кораблей, а в завершении большой мазершип с приключением и сюжетной кампанией по 15 часов. Юниты можно охарактеризовать знакомой хорошей системой камень-ножницы-бумага. Ну, разве что небольшой процентной поправкой на количество. Есть силы, которые, скажем, должны вступать в бой сразу, есть те, кто будут бить задней линии, а есть маневренные войска. И даже присутствует понятие контратаки. Вообще, если разобраться, сейчас все стало как-то гораздо быстрее. Возьмите любую старую игру, про которую есть списано много хвалебных статей в тех же журналах, вам она может показаться медленной. Адвенчуры, про которые может рассказывать часами старшее поколение геймеров, некоторым вообще покажутся невыносимыми. Сценки происходящих событий там сделаны чуть медленнее по темпу, чем в скриптовых роликах сейчас. Поэтому понятие «включил и давай развлекай меня» Homeworld не получится, только если с визуальной части. Но все равно, кажется, что игра подойдет большому количеству людей. И в любом случае, раздобудьте, попробуйте, запустите и почувствуйте, как искали эпичность в космосе геймеры 15 лет тому назад. Всем нравится играть грабителя банка. Так вот, следующая игра начинается с конца возможного развития событий тех самых грабителей. И называется она «Эскапист», что примерно переводится как «убегаторы». Тематика побега из тюрем широко известна в книжном мире. Главные герои частенько бегут из мест не столь отдаленных, чтобы доказать свою невиновность или совершить, так сказать, что-нибудь тем, кто их туда посадил. Частенько вообще главные герои не виноваты. Тем более, если спрашивать у их коллег по отсидке, то определенно больше половины скажут, что они тут сидят ни за что. В этой игре вам уготована роль одного из таких заключенных. А задача поставлена наиболее классическая – убежать. Тюрьмы разные, все сложнее и сложнее. Перед началом каждого эпизода вам дадут выбрать имя и внешний вид героя, после чего вы проснетесь в камере. Официальных развлечений уготовано не так много. Утром обязательное построение, потом завтрак, свободное время, работа, обед, занятия спортом, ужин и вечерняя перекличка. Засыпая, вы сохраняете текущий прогресс. В остальное время начинает кипеть собственная жизнь. Если честным трудом можно зарабатывать деньги и уважение у охраны, то вот разнообразные ништяки придется добывать, используя остальные таланты. Иногда вам предлагают отвлечь дракой охранников или растрясти какого-нибудь простофилю на очень важный предмет. Чтобы простофилии не оказались вы, параллельно придется прокачивать навыки. Можно еще раз удивиться обилию сервисов в тюрьмах цивилизованного мира.
Тут тебе и спортзал, и время для досуга, и библиотека. Все эти занятия увеличивают ваши характеристики, а соответственно и шанс на побег выживания. В общем, такой вот симулятор 8-битного Уркагана. Ну или плененного великого героя. Тут уж сам как кто воображает. Минусы в игре есть. Управление имеет иногда свойство выбешивать. Перезапускать события с чекпоинтов можно. Но вот в сложных ситуациях повторять одни и те же действия по кругу немного надоедает. Но игра все равно забавная. Это такой рогалик. Жалко, что не очень понятно, из-за чего главный герой попал в эту тюрьму. Но в последнее время правдоподобность вины подозреваемого людей как-то мало интересует. Причем иногда даже мало интересует и судей.